Здравствуйте, коллеги. ProDexpo 2021 продолжает свою работу. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я основатель компании Loli. Мы московский производитель, единственный производитель премиальной карамели в России. Мы получили патент на изобретение на 20 лет по РФ. Так что у нас очень классный, уникальный продукт. Очень хочется про него услышать. Ну, продукт разрабатывался специально для детей, вот он такой яркий, красивый, и, конечно, для взрослых. То есть у нас продукт для тех, кому важен состав. То есть детям нужно что? Красивое, и они не обращают внимания на состав. А родителям нужно, чтобы это был абсолютно зожевский состав. Мы не используем в своем производстве сахар, вот конкретно в этой линейке нет сахара. Используются только натуральные, неизмененные природные ингредиенты, такие как соки, экстракты, ягоды, фрукты. У нас в составе даже нет слов ароматизатор. Мы не используем никакие ароматизаторы, только природные натуральные компоненты. У нас льется все вручную, варится все вручную, у нас все ягоды отбираются вручную. То есть вот такой красивый продукт мы сделали как для родителей, так и для детей. Где находится ваше производство? Производство находится в Москве, на улице Верейской. Это, ну, кто знает Москву, это рядом с Можайским шоссе. Там очень много производств, так что мы москвичи. Прекрасно. Расскажите про сырье, где его берете. Ну, на самом деле, это многокомпонентный продукт, и поскольку мы используем суперфуды, различные ягоды, фрукты, экстракты, мы их собираем самые лучшие со всех уголков мира, в том числе и Москвы, и России, и так далее. То есть у нас, например, используется пюре манго, оно индийское. Например, семена чея годжи – это из Перу, да. Какие-то ягоды, черника или там смородина – это сибирские ягоды. Вот. Изомальта у нас приходит из, вот сахарозаменитель натуральный, приходит из Германии. То есть у нас очень-очень много различных производителей. Например, соки из Нидерландов. То есть мы не всех производителей ингредиентов берем, потому что мы отбираем по сертификатам. И нам нужно, чтобы в сертификате был написан природный продукт. То есть либо это ягоды, либо это сок, либо это экстракт. И никаких дополнительных добавок или носителей. То есть никакого пропиленгликоля или натурального ароматизатора, или натурального красителя, в котором там 4 или 5 компонентов. Только односоставные натуральные компоненты. Да, расскажите, пожалуйста, где вы уже представлены? Мы представлены в Азбуке вкуса, мы представлены во Вкусвилле с тремя позициями, в Республике, это такие книжные магазины, кто любит стильное, красивое, мы там. Много регионов у нас берет, мы поставляем в Казахстан, у нас было две поставки в Китай, мы специально для Китая делали рецептуру с зеленым чаем, с имбирем и так далее. Вот. Ну, мы такие маленькие еще, мы только-только начинаем, но очень надеемся, что будем представлены практически везде по всей России. Очень хотелось, чтобы наши дети ели красивый, стильный продукт, натуральный, и родители не волновались, что у ребенка обсыпят или что он там ест что-то сладкое и так далее. И очень хочется приносить радость, потому что такой красивый продукт, он воспитывает в детях, и, ну и взрослым тоже приятно в руках держать такую красоту. Абсолютно согласен. Скажите, пожалуйста, вы на нашей выставке впервые или уже бывали вместе с нами? Мы участвуем второй раз. Конечно, выставка намного меньше, чем она была в прошлом году, но это и понятно. Но, тем не менее, вот в отличие от прошлой выставки, здесь очень много маленьких, небольших региональных закупщиков, много магазинов, много различных компаний, которые приехали из регионов. Ну, я в целом довольна. Прекрасно. Осталось только, наверное, пожелать вам удачи, пожелать нам увидеться с вами через год на следующей выставке. И, надеюсь, линейка ваша будет еще шире, еще вкуснее, еще ярче. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное.